На пристани появляется полицейский, который обвиняет отца Сани Григорьева в убийстве почтальона, предъявляя нож с надписью «Иван Григорьев». Саня пытается объяснить, что отец не виноват, но его немота только злит пристава. Саня оказывается не в силах спасти отца от ареста. Кто среди вас тут будет Иван Григорьев? Если Иван Григорьев нужен, то вот он я. Вот он я. Очень хорошо, что же ты его не спрятал в море? Стало быть, Григорьев, ты еще и глуп, ты еще и дуб. Ладно, душегуб, давай, пошел! Что тут еще за сосунок? Это Григорьев, сынок! Он от рождения слова выговорить не умеет! Если он нам чего сообщит тебе, пусть он сперва разучит хотя бы пару слов. Смилуйтесь, погодите, нежно вы не родитель. Помните, ваше благородие, не шутите, так поступать не тоже. Это не только позже, не без чего народ отдельный подумать может. Он тут про, между прочим, Саши среди рабочих. Не надоели дело честных людей порочить. Да он честным оказался, сам в злодействе расписался. Вырезал буквами кривыми на наше собственное имя. Где ты его оставил? Ну-ка припомнишь, может, где и когда оставил ты этот ножик? Где это было, спрашиваю я третий раз. Третий раз. Третий и на этот раз последний. Я его на миг мы где-то обронил, да не помню где. Верно, обронил, победа медни, а сегодня ночью.